Привет, друзья! Сделаем кратенький обзор по маскам. Вот я вам представлю две масочки. Вот это маска BS Diver, фирма Astra. Ну, BS Diver и модель, я так понимаю, Astra. Это бюджетная маска. Она стоит в районе 28 баксов. Это одна, ну, первая моя маска, которую я купил как бы уже для подводной охоты. Она идет силиконовая, стекла каленые, то есть она как бы уже такая более ближе к профессиональной уже. Ну, как бы бюджетный вариант, недорогая. Я отплавал в ней несколько лет, где-то больше 2 лет. Проблем никаких не было, правда, есть кое-какие недостатки. Вот в этой части давит на лоб. Ну, когда вот я много часов сижу в воде, там, 3 часа, 4, 5, 6 часов могу в воде просидеть, там, 7 часов. И поэтому, ну, как бы любая маска будет давить, но все равно, как бы, были недостатки, мне давило в лоб, вот в этой части, надавливало. Поэтому я, как бы, не очень был доволен. Ну, как для начинающих, эта маска отличная. Что я могу еще сказать? Значит, здесь видите нос Буратино, очень легко продуваться. Один еще недостаточек, один, то, что здесь большой подмасочный объем. Если нырять на глубину, то достаточно большое подмасочное пространство, большое. И сильно как бы будет некомфортно нырять, в отличие от вот этой маски. Эта маска уже немножко по ценовой политике в 2 раза дороже. Это фирма Сопрос. Ну, также есть точно такая же Буша. Они делаются на одном заводе, я так понимаю. Потому что я смотрел, полностью одинаковые маски, просто разные названия. Ну и у Буша немножко другая вот эта лямка задняя. Значит, здесь мягенький силикончик, маленький подмасочный объем. Можно нырять на глубину. Я нырял в этой маске на глубину до 20 метров примерно. 18-20 метров. Хороший обзор. Это маска Визор. То есть Визор, это в переводе что? Как обзор. То есть широкий обзор. Видно очень большой спектр. Ну, то есть видно рыбу сбоку, справа, слева. Очень четко. Не надо вертеть головой. Очень удобно. Также покажу вам пару трубок моих. Сейчас маски уберем. Давайте закончим, наверное, с масками. Значит, вот эта маска, я ныряю в ней где-то больше года. Она, в принципе, бывает тоже во лбу у многих охотников давит, поэтому она не всем подходит, как бы. Но я привык к ней, и меня она устраивает. Вернее, еще один минус, когда зимой я нырял при температуре 3 градуса где-то вода была, она немножко становится жестковатая. То есть я наверное, бы для зимы брал бы, наверное, другую маску, как бы. Ну, об этом мы в дальнейшем поговорим. Сейчас я вам покажу пару трубочек. Сейчас маски убираем. Вот такие пару трубок. Вот это одна из первых трубок BS Diver. Она стоила порядка $20. Она идет с 2 клапанами. Нижний и верхний клапан. Ну, удобно выдувать воду. То есть, чтобы не через верх она вылетала, вода, а через нижний клапан. И также верхний клапан не дает попадать всякой гадости в рот и так далее. И чтобы бульбы не шли. Ну, вот такая вот масочка. Ой, трубка. Правда, я пришел к тому, что надо использовать вот такую трубку. Она очень мягкая, можно узел завязать. Стоит, ну, порядка $15. Мягенькая, загубник. Ну, она, видите, чуть короче. Ну, тут уже без никаких клапанов. Я просто выплевываю трубку сорта, когда ныряю. И поэтому у меня практически бульб нет. Ну, конечно, если вы хотите охотиться на щуку в камыше, где надо плавно опускаться без бульб, чтобы не пугать рыбу, то тогда, конечно, лучше всего с клапаном использовать трубку, либо делать бульбулятор. Ну, такая насадочка. Есть также, называется... клапан Виноградова, по-моему, если я не ошибаюсь, я не помню точное название. Идет специальный клапан, он продается, такой пенопласт, есть даже с титаном выполнен.
И тоже как бы удобно. Ну, так вот закругляемся. Но мой совет вам, выплевывайте трубку со рта. Это облегчит вам ныряние. Вот такой кратенький обзор. Всего доброго. Следите за нами. С вами Стасон. Удачи!